подписываемся, ставим лайки. Поехали! В настоящее время приобрести современный дом стало доступно большему количеству человек, чем несколькими годами ранее. Это благодаря тому, что современные строительные материалы стоят относительно дешево. Новые технологии дают возможность для более эффективного процесса строительства, что экономит расходы на производство, доставку и монтаж. В мире также есть новые идеи по переработке старых стройматериалов. Какой бы стиль дизайна ни был выбран для постройки жилья, всегда нужно помнить, что новые конструкции намного лучше, чем старые, с точки зрения энергоэффективности. Хотя некоторые могут иметь стоимость немного больше в краткосрочной перспективе, но эксплуатационные расходы, как правило, намного ниже. Итак, 12миллионов.com представляет вашему вниманию 12 недорогих строительных материалов, которые идеально подходят для дешевого жилья. 1. Сборные панели. Сборные материалы являются первым вариантом для тех, кто хочет сэкономить деньги. В настоящее время они доступны в потрясающих дизайнах. А в последние годы панели стали одной из самых важных тенденций в области строительства жилья. 2. Транспортные контейнеры. Транспортные контейнеры очень прочные и настолько популярны, что некоторые строительные компании используют его даже для строительства жилых домов. Они определенно дешевле, чем общепринятые строительные материалы. 3. Восстановленная древесина. Старые стройматериалы обычно больше не используются и уступают место новым. Однако во многих случаях они восстанавливаются для повторного использования, как в случае древесины. Это хороший вариант для тех, кому нравится стиль дизайна из восстановленных старых досок и брусков. 4. Гофролист. Гофрированный лист и профнастил – это материалы, которые выглядят довольно элегантно, особенно когда они покрывают весь фасад. Это также один из самых дешевых и легких облицовочных материалов. 5. Ламинированный бамбук. Бамбук – классический недорогой строительный материал. Когда-то бамбук был известен во всем мире как пиломатериалы для бедных людей в большинстве своем из азиатских стран. Однако сейчас бамбук признан международным дизайнерским сообществом как экологически чистый, гибкий и прочный материал, при этом выделяется стильным дизайнерским видом. 6. Железные балки. Железные балки могут кардинально изменить дизайн дома. Они могут формировать основную структуру здания и иметь определенное промышленное качество. Поэтому они также могут быть декоративными. 7. Простой кирпич. Кирпичи – довольно дешевый строительный материал. Единственное предостережение состоит в том, что они немного требовательны к укладке, что увеличивает затраты на строительство. Однако в долгосрочной перспективе кирпич дешевый в обслуживании и прослужит долго. 8. Природный камень. Натуральный камень – отличный изоляционный материал для домов с избыточным теплом. Использование камня в строительстве может стать действительно дешевым вариантом на местном уровне. Например, место возведения постройки находится недалеко от залежей природного камня, тогда основные расходы будут только на транспортировку и установку. Но даже несмотря на первоначальные инвестиции, в долгосрочной перспективе получится долговечный и качественный дом. 9. Бетон. Бетон пользуется особой популярностью и подойдет для тех, кто ищет дом в промышленном стиле. Он служит практически вечно и выглядит красиво, если будет хорошо отполирован или задекорирован. 10. Соломенная крыша. Солома использовалась в качестве кровельного материала в течение многих лет, благодаря своей доступности и дешевизне, к тому же она легкая для транспортировки. Таким образом, основные расходы в этом случае достаются работе. В некоторых частях Азии это довольно распространенный тип крыши, так что соломенные крыши можно использовать для удешевления постройки жилья. 11. Готовый дом. В наши дни дома строятся все быстрее и быстрее. Это оказывает сильное влияние на бюджет, поскольку самые большие затраты связаны с работой. Купить готовый дом может стать отличным решением. Внутренняя отделка может быть выполнена самостоятельно на свой вкус, что поможет сократить время строительства и сэкономить бюджет. 12. Сборные. На сегодняшний день множество современных домов собираются из материалов, которые были изготовлены за пределами строительной площадки и отправлены на объект. Например, каркасно-щитовая технология. Это значительно снижает стоимость постройки. Если понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал.